я знаю, но все равно съем, это все, это вот уже на этом бесы там питаются через вас. Кто-то курит, не может бросить курить. Он говорит, не могу бросить курить. Так это не он курит, это через него курит. Не он пьет, через него пьют. Поэтому любой человек, который в самой даже тяжелой обстановке находящийся, может сказать «нет». У нас всегда есть эта сила. И вот что интересно, как только вы скажете «нет», буквально через самое короткое время это наваждение проходит. Оно потом кругами пройдет и еще раз с другой стороны попытается зайти через какое-то время. А вы опять скажете «нет». Либо входите в практику. Вот как демоны работают? Ты же устал с работы, пришел, тебе еще практиковать. Да выспись сегодня.